Пашинян играет неоспоримо важную роль в деле восстановления Османской империи. Сознательно или по наивности, узнаем только при новой власти, написал в Facebook политический обозреватель исследовательского института «Политэкономия» Бениамин Матевосян. Матевосян считает, что немногие осознают, что война была не столько войной за так называемый Арцах, сколько войной за Сюник, Зангезур. А далеко идущей целью Турции были Иран и Россия. Последняя речь президента Азербайджана вновь подтвердила, что угроза новой войны все еще сохраняется. Более того, новая война уже пройдет на территориях Армении, пишет Матевосян.